Новое оборудование поступило в Хвонинскую ЦРБ. Уровень диагностики в районной больнице теперь соответствует самым современным требованиям. Аппараты уже настроены и используются в лечении пациентов. Подробности у Алены Суфтиной. Доктор Меньшикова называет новенький видеогастроскоп не иначе как чудом. И говорит, 21 век наконец пришел и в их районную больницу. В чем 21 век? В том, что это видео, это цифровые технологии. Изображение передается на монитор, оно увеличенное. Разрешающая способность просто фантастическая. Видно каждую мелкую, мельчайшую деталь. Поэтому это очень важно для выявления ранних форм рака. Это еще одно приобретение. Старенький флюорограф в Хвонинской ЦРБ вышел из строя давно. Пропускная способность 50 человек в день, потребность еще выше. Плюс в больнице появился рентгеновский аппарат на передвижной стойке, который позволит делать снимки у постели больного и даже во время операции. Медицинское оборудование было приобретено за счет областного бюджета и средств территориального фонда ОМС. Всего около 10 миллионов рублей. И, как выяснилось, это только начало. Мы ждем, да, значит, передвижной ФАП для нашего района. Это очень актуально. И в 2019 году, кроме того, мы ждем еще машину для поликлиники. Это санитарный транспорт для поликлиники в мае месяце. Так что вот такие вот успехи в Хвонинской больнице. Я думаю, что, конечно, все это оборудование, оно позволит сделать все возможное для того, чтобы улучшить жизнь пациентов и, соответственно, дать им здоровье. Еще одна программа, которая активно реализуется в Хвонинском районе – «Земский доктор». За последнее время свой миллион от государства получили сразу два врача-педиатра. Ольга Исаева приехала лечить детей в Хвойную из Ленинградской области. Не секрет, вложила свой миллион в строительство дома. Сейчас достроили жилье благодаря этим деньгам, программам. Вступили в программу «Молодая семья». В сравнении с Ленинградской областью здесь все произошло быстрее, проще. И за 3 года мы построили дом. О том, что променяла мегаполис на Хвойную, доктор Исаева не жалеет. Работы хватает, да и к маленьким пациентам прикипела всей душой. По возможности зовет на работу и однокурсников. Вакансии в ЦРБ есть. Нужны врач-рентгенолог и участковый терапевт. Из Хвойной Алена Суфтина, Галуст Гевандян, новости. Новгородское областное телевидение.